Город накрыла ночь. Город проснулся. Биржевые курсы, алкоголь, экология, уровень жизни, баррели и бары, пробки, вырубка лесов, высота потолков и равенство полов, утренние пробежки, счет вчерашнего матча, маленькая зарплата, большая зарплата, телевизор с 200 каналов, телеграф, телефон, телеграм. Все это не волнует меня. Вот он я, готовлюсь к самой непростой встрече в моей жизни. Лучшее время, чтобы задать себе вопрос, готов ли ты? Хотя это бессмысленно, потому что и так понимаешь, что нет. Есть такие вещи, к которым просто не можешь быть готовым. То есть кто-то и может, но себя-то я знаю давно. Откровенно говоря, для этой миссии я не лучший кандидат. И герой из меня так себе. У каждого ведь есть свои внутренние демоны, но не каждый умеет с ними биться. Я не умею. Я всегда им проигрываю. Вот так каждый раз. Все мое прошлое кричит об этом громче, чем любая толпа на концерте. Есть такое слово — ответственность. Посмотри в словаре. Все это похоже на танец на неровном полу, где все твои движения корректируют жизнь, хотя в голове они выглядели совершенно иначе. Но сейчас все это не важно. Важно то, через что теперь предстоит пройти. Будущее. Вот ты стоишь посреди неизвестного, и ты рад убежать. Но не знаешь, куда, и идешь наугад. И не всегда в верном направлении. Так себе тактика. Или вот ты потерялся в огромном лесу и бежишь уже 4 часа и не знаешь куда. Тебе кажется, что все, что тебя окружает, сильнее, чем ты, и тебе страшно. Такова твоя природа. А потом ты бежишь в другую сторону, потому что принимать решения в панике тоже не твой конек. Ты бежишь изо всех сил, потому что думаешь, что от этого зависит твоя жизнь. Вы знали, что Джеймс Дин погиб в автокатастрофе после того, как снялся в рекламе безопасности на дорогах? Потому что жизнь знает, что такое ирония, и бежать бессмысленно. А еще бывает, что ты просто не готов. Хотя был уверен, что справишься. Но и тут жизнь все равно сделает по-своему. И тогда оказывается, что все это только в твоей голове. И сразу все становится гораздо проще. Но знаете, что бы там ни было раньше, как бы ты ни пугался будущего, наступает один момент, когда ты понимаешь про себя все. Готов ли ты? Нет, конечно. Но кем бы ты ни был до сих пор, и как бы ты ни боялся, теперь у тебя все получится. Потому что теперь... Ты постараешься.